Так, вот стоит. Ребята, установлен фильтр BMW родной, от мотора R65, как полагается, с небольшими доработками. Кстати, наковальня у тебя такая шикарная, да? Смотри, на брусок ее, ага, на брусок ее посадил, да? Короче, это наковальня, что-то порядка 40 лет. Ребята, всем привет! Мы сегодня у Александра и Адидаса. Да! Лошадка вот такая, 30 килограмм уже весит. Представляете, да? Ух! Так, ну рассказывай, что мы сегодня собрались? Так, ребята, пришла посылка с Украины. Выписал я новую вилку маятниковую. Сделали мне ее новую. Это новодел, это никакой не оригинал. Так как оригинал найти я не смог и, наверное, уже не найду. Выписал, короче, новодельную. Их делают там прямо, штампуют ребятки. Качество мне понравилось, все ништяк. Сварка достойная. Сварка достойная, да. Есть, конечно, над чем подучиться. Вот торцы нужно заваривать для того, чтобы они не ржавели. Ну ничего, я думаю, они до этого когда-нибудь дойдут еще. А так, в целом, все хорошо подчищено. Короче, с последними годами КМЗ не сравнить. Потому что те оригиналы, которые штамповали последние годы, это даже она в это самое в подметке им не пишется. То есть вот это намного лучше. Ну. Надеюсь, по геометрии она тоже подойдет. Не будет тянуть, ничего, проверим. Это увидим на ходу. А это у нас остальное... вилка турист называется, да? Нет, это вилка маятниковая, рычажная, ага, для мотоцикла с коляской. Понятно. Вот они. Ну все, так что начинаем. Вилка турист, это были на Уралах, она немножко по-другому выглядит, немножко другая геометрия. Вот этого бюгеля нету здесь. Так, в целом, немножко по-другому выглядит. Так, вот эти амортизаторы, они пойдут под замену. Встанут на место их ЗАГСовские амортизаторы, вот эти вот. Фирма ЗАГС, очень хорошие они. У меня стоят и на коляске, и сзади я пробовал, очень достойны. Так что вот сюда мы их внедрим. Смотри, они даже чуть пониже еще вообще круть. Так что все будет огонь. Посмотрим. Ну что, начинаем? Да, вперед. Вот последний блик бросаем. Последний взгляд на эту старую вилку. Как она тут была. Сейчас мы будем разбирать ее. Все, погнали. Смотрите, какие самодельные эти болты такие мощные, блядь. На вилке толстые, блядь, на 32, ой, 36, да? Вот так вот показывает, что там внутри есть. Так, что вот эту гаечку, да, по-моему, надо ослаблять, придерживать. Так, вот сняли, короче, мы вилочку. Здесь конусный подшипник стоит. Но Саня боится, что мы его не спасем, да? Да, я сейчас не знаю, как мы его вытаскивать оттуда будем. Сейчас попробую, может, расфтулить нахуй вот эту вот сам палец. Попробовать выбить, накрутить гайку, шлепнуть сверху, чтобы он соскочил отсюда. У тебя есть альтернатива, да? Как альтернатива есть, да, есть еще вот эти запасные. У меня набор. Откуда они? Конусные. Это от мотоциклов. BMW, Келькофлагер, BMW всех моделей, вот, модели от 59 до 69. BMW 69. Все модели, да, SV055, год выпуска 59-69. На старой вилке, на этом стержне мы вот видим, видите, здесь это самое, да, такие, что-то терло, да? И вот даже стружку я вот заметил там. Видите, да? Теперь смотрите. Заглядываем туда вовнутрь, бля. А там торчат два болта, бля. Вот. Вот, смотрите, болты видели? Торчат, блядь. Я об это шоркает вот этот сам стержень. Это пиздец, блядь. Ну как так, нахуй, собирать-то, а? Это жопа какая-то, ребята, блядь. Чтобы в стержень вот эти два болта терлись, нахуй. Саня будет убирать, конечно. Кстати, наковальня у тебя такая шикарная, да? Смотри, на брусок ее, ага, на брусок ее посадил, да?
Короче, это наковальне что-то порядка 40 лет. А? Ее немец один старенький для себя выточил. Ага. Себе в гараж. Но так как у него две левые руки и обе из жопы, она у него простояла, короче, все эти 40 лет где-то дома в серванте. И он ни разу к ней не прикасался. Вот. Я у него ее перекупил. Понятно. Это рельса. Рельсы К-120, ага. от крана, блядь. Ага. И подошва это шпала. А, это шпала, да? Шпала, ты, да, смотри, вообще четко сделано, бля. Вечно. Так сколько он еще за этот раритет с тебя содрал, Сань? Ой, слушай, что-то около полтинника. Ну, это нормально, так наковальни они все стоят. Даже самые задроченные, самые конченые. Ну, стоит. За 40-летнюю наковальню, в принципе, не жалко отдать. Она по цене этого лома просто. Ну. Тяжелая. Офигеть. Кронштейны после покраски пришли под задние стопари. Красиво. Все четко сделано, как с магазина. И вот такой насос есть, ребята. Будет продаваться. Это оригинальный ижевский. Тоже покрашенный все. Вместе с этим, со шланчиком. Короче, кому интересно, оригинальный ижевский, обращайтесь к Сане. Все, сдернул. В общем, да, нужно вот сейчас вот эти вот хомуты немножечко подогнать, потому что не подходит болт. Насквозь не проходит, миллиметра два не хватает. Уши, сейчас. Уши имеешь? Ушки, да. Ушки, типа, немножко под это подровнять. Так, кстати, насчет резины еще раз засветим. Короче, Heidenau, да? Да. Размер вот 4 дюйма на 19. На 19, M плюс S, то есть это... Нет, не зимний, я не знаю, что это обозначает. Думаешь, нет, это, да? Нет, сам не зимний. Да. Вообще, то M und S было, да, а это нет немножко, да. Вот такая вот хорошая резина теперь стоит. Ты все 4 баллона, да, купил? Все 4 баллона, да? Угу. Четко. Да, набор, короче, у тебя конкретный здесь. На все случаи жизни, да? Да. Есть все, только где, блядь, найти не могу. Вот. Привыкнешь. Спицы вон, смотри, да? Болгарка. Болгарка, то есть. Болгарка на древняя. Болгарка это самая вон на аккумуляторе вообще вещь, блин, да. Ну, в принципе, так, для работы там с мотоциклом, для работы. Да, для работы тут, я не знаю, проволоку какую-нибудь перепилить. Пойдет, а так, в общем, в целом, угу, слабоватая. Вот, давай дрель. И расширил. Угу. Вещь. Теперь нужно подкрасить. Сразу подкрашиваешь, да? Конечно. Вот и смотри, а. Чтобы не ржавело. Фирма веников не вяжет. Угу. Фирма солит огурцы. Ага. Вот так вот, ребята. Сейчас Валера напишет, наверное, где грунтовка. Александр, кто так делает, блядь. Но не тут-то было. Время у нас нет, ребят. Скоро надо ехать на день рождения. Поэтому... Это лак для ногтей, что ли? Подкраска. Ништяк. Все под рукой. Пока Саня занят, хочу показать ручную вон это бурильную установку. Вручную, короче, ее крутишь и вот. Землебор. Землебор, да. Прикиньте. Вот такая вот штука. Офигеть, а. Насадки у меня разных, угу, разных диаметров. Калибров. Да, вот они. Ага. Лежат. Этот 10, 100 миллиметров, 200 миллиметров, это 150 миллиметров.
Хочешь укрепить, короче, гараж, чтобы его вдруг ветром не унесло, да? Мне заякорить, да? Ставить, блядь, да хрена что делать. Он, кстати, это не просто так, тут Саня вон и в стену там вон внедрил. На шуруп и на это, на цепь. Вообще вещь. Все грамотно. Так, теперь приступает к покраске. Без грунтовки. Как без грунтовки? С грунтовкой. Все с грунтовкой, как полагается. Чтоб не писали всякую дичь, да? Почувствовал чужую собаку. Так, куда она пошла? Так, вот стоит. Ребята, установлен фильтр BMW родной, ага, от мотора R65, как полагается, с небольшими доработками. Доработки первые пришлось крышку вот эту вот нагреть, вмять, потому что здесь вот она не помещалась у меня, да. Места мало было. Короче, я ее подформовал. И крышка развернута на 180 градусов, повернута назад. Вот эти хоботы немножко укорочены и прослежены дополнительные отверстия для лучшего забора воздуха. Вот так. Работает, едет на нем сейчас как ракета вообще. Да? Вот в последних видео, я помню, жаловался, что он не ехал ни хера. Это все было из-за днепровского фильтра. Угу. Короче, с ним он не работает, этот мотор. Вот теперь все по фэншую. Все по фэншую, как должно быть, да. Так что так-то так. Классно. Многие не ставят, говорят, что там собирается вода, потом влага, всякая херня, он там не нужен, это в нижнем положении, когда вот так вот оставишь. Но на самом деле, если сверху вода как-то туда затекает, то она оттуда убежать не может. Смысл вот этой штуки в том, что когда ты туда намазываешь смазку, чтобы она летом, когда нагревается, у тебя не вытекала и не засирала всю вилку, блин, на крыло не капала, ничего. Так что вот для этого они нужны, а не для воды, не для того, чтобы вода тут вытекала. Так что ставить, я считаю, их туда нужно обязательно. Я купил в Германии. Манол продается. Видите? Многоцелевая смазка с добавлением МОС-2. Нифига себе. Так что... До нас тоже цивилизация дошла. Всего хорошего, не болейте, да? Да, до следующей встречи.